Всем здравствуйте! Уже совсем скоро исполнится 40 дней, как с нами нет прославленного оперного певца Евгения Кунгурова. Многие до сих пор винят в случившемся только его супругу. Напомним, артист добровольно ушел из жизни 8 апреля. Он был женат на Ирине Мелединой, матери его двоих несовершеннолетних детей. Ходит много разных слухов о том, что супруги испытывали серьезные проблемы в отношениях. Известно, что прошлым летом Ирина подавала на развод, но потом якобы передумала уходить от мужа. И если ей было так невмоготу, то что послужило такой резкой смене позиции? Видимо, ответ кроется в завещании певца. Известно, что Евгений его составлял. Трудно поверить, что такого талантливого, дружелюбного, позитивного и успешного певца с неподражаемым бархатным баритоном больше нет. Все СМИ сообщали, что никаких следов у Евгения не обнаружено. Но как не может быть следов у человека, упавшего с 9-го этажа? С этим нужно разбираться. Определенно делу просто не дали ход, а попросту все быстро замяли с подачи жены. Многие до сих пор пишут, что не верят, что Евгений добровольно ушел из жизни. А повод для подобных мыслей есть. Однозначно родственники и жена знали о недавно составленном завещании и знали, что их в завещании нет. Женя все завещал детям. Вот отсюда и пошел разлад. Отец сам сказал, что был у Евгения 7 апреля, и он жаловался, что ему плохо. Так почему же он не остался с ним? Отношение отца вообще непонятно. К Малахову примчался, а ведь какое горе, и отчасти по его вине. Зачем оставил одного, почему? Могло бы и не случиться трагедии. Надо было настоять на лечении и помогать ему в этом. Это просто жестоко. Господи, невозможно осознавать, что потеряли этого человека. Каждый день слышим песни в его исполнении, его интервью, плачем, плачем. Вот и 9 мая без него отметили. Опустела без тебя земля, Женечка. Не зря говорят, что любовь зла. Пригрел змею на своей груди, укусила в самое сердце, пишут пользователи. Напомним, перед смертью певец трижды оказывался на лечении в психиатрической клинике. Он жаловался врачам на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. Кунгуров прибегал к помощи гипнолога и остеопатов. Друзья подозревают, что эти эксперты могут быть причастны к случившемуся и намерены обратиться с заявлением в полицию для проведения дополнительного расследования обстоятельств трагедии. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!